Художнику непривычно говорить о себе. Мне близок Каспий, его люди, которые ищут и добывают нефть. В мастерской масса набросков, эскизов, этюдов моих героев. Но желание проверить свои впечатления, свои мысли снова и снова заставляют меня обращаться к жизни. Так как жизнь – самый щедрый источник искусства. Мои герои – это рыбаки, монтажники, ремонтники. Мне нравятся эти люди.